Как дела, Данте? Как ты меня назвал? Да я книжку вспомнил. «Божественная комедия» называется. И у меня внезапно щелкнуло, что ты очень похож на ее главного героя, Данте. Да? Ну, он за любимой в ад отправился и все такое. Оливер, я впечатлен. Не знал, что ты так начитан. Я изучал классическую литературу в Королевском военном колледже Канады. А мой отец очень любил Шекспира. «Пощады нет, и спустит псов войны». Да уж, сейчас такое никто не читает. Я знал, что ты не просто наемник, Оливер. Да, у меня есть масса сюрпризов, как и у тебя. Слушай, может, поучишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Чтобы устранить врага, нужно мужество. Чтобы сделать это тихо, талант. Первого у тебя, как я вижу, хватает. А вот со вторым большие проблемы. Сегодня мы будем учиться оглушать противника, не попавшись на глаза ему или его союзникам. Тут главное не только быть незаметным, но и немного разбираться в человеческой анатомии. Знать, сколько силы нужно применить, чтобы вывести врага из строя, не убив его. Подкрепим теорию практикой. Подкрадись ко мне и примени удушающий захват. Начнем. Ладно, Игорь, достаточно. Отличный результат. Молодцом, солдат. Thank you.
Как дела, Игорь? Расскажешь мне, как работал на Юру Кирпича? А с чего вдруг тебя это интересует? Ты меня испытывал, чтобы понять, с кем ты работаешь. Теперь я хочу больше узнать о тебе. Справедливо. Есть пара дел, о которых я жалею. Например? По-умному это называется перераспределение товаров. Ты воровал у богатых и оставлял себе? Не себе. У нас было что-то типа фонда. Вроде совместного счета в банке. Все должны были вносить свою долю. Из него платили зарплату нам и взятки полиции. А еще помогали тем, кто еле сводил концы с концами. Юра Кирпич был еще тот урод. Но о своем районе он заботился. Да, настоящий герой. Ты не понимаешь. Но это неудивительно. Тебе никогда не приходилось думать, где сегодня переночевать и как найти хоть немного еды. Многие растут в нищете, но не все становятся преступниками. Многие живут в безмолвном отчаянии. Но этот путь не по мне. И мне наплевать, что там за мораль придумали себе люди. Я сам решаю, что хорошо и что плохо. Никогда ни о чем не проси и всего добивайся сам. Вот мой девиз. Довольно мрачно. Вижу, от человечества ты ничего не ждешь. Почему же? Я жду, что когда-нибудь оно угандошит себя. Раз и навсегда. Привет, Сашко. Ты же парень опытный. Может, ты меня чему-нибудь научишь? Ну, там... Как жить на улице? Хорошо. Я тебе расскажу. Кое-что могу и показать, но без практики толку не будет. Отлично. Я готов учиться. Привет, партнер! Добро пожаловать в лабиринт! Понимаю, старому псу тяжело учиться новым трюкам, но я думаю, что ты вывезешь. Может, однажды это спасет тебе жизнь. Не благодари! Не заставляй меня жалеть, что я это все соорудил. Та еще морока. В общем, я хочу испытать этот полигон на тебе. Твоя задача — войти в лабиринт и найти из него выход как можно быстрее. Только сначала нужно размяться. Повторяй за мной и постарайся не отставать. Готов? Начали! Не стой столбом! Давай! Шевели копытами! Тут нужно разогнаться! Приземляйся аккуратнее! Упал на живот! Лежать! Беги, Игорь, так себе! Я понимаю, что ты старше дедушки Ленина, но тебе реально нужно собой заняться. Не парься! Я бы тебя все равно в свою банду взял. Например, на шухере стоять. В любом случае, в твоем возрасте упражнения не помешают. Омолаживающий эффект, все такое. Ты уже будто лет 10 сбросил. А ты молодец, старик! Есть еще пора!